Как рассказал сам подозреваемый пенсионер, ему приснился страшный сон, будто его кто-то душит. Вскочив с постели, он молотком принялся избивать спящую рядом жену. Большинство ударов пришлись по голове. От полученных травм старушка скончалась в больнице. Сам виновник происшествия доставлен в психиатрическую клинику. Накануне еще одно подобное преступление было совершено в одном из садоводческих кооперативов. В отношении 35-летней сторожихи возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение тяжкого вреда здоровью», повлекшая смерть человека. В пьяном угаре женщина ударила ножом своего сожителя. После совместного распития спиртных напитков сожительница нанесла ножевое ранение сожителю в область грудной клетки, после чего выгнала его из дома. Он смог дойти до соседнего домика, принадлежащего 32-летнему актюбинцу, где через сутки от полученных ножевых ранений скончался. Как сообщили в пресс-службе ДВД, за минувшие выходные в области произошло 98 преступлений. 50 из них раскрыты по горячим следам. Больше всего – краж, хулиганство и фактов мошенничества. Среди особо тяжких в оперативной сводке отмечены 4 грабежа. Лейла Дельшинова, Алексей Уразов, программа «Факт».